И народ, привет-привет! С вами снова Джордж, я вас приветствую на своем канале. И сегодня я решил немножко поиграть в трансформеры для мобильных устройств. И тут есть небольшие подарочки нам предоставляют. Что ж, погнали. Глянем. Бамблби, собственно. Ну что ж, получить кристалл. Так, бесплатный ежедневный кристалл. Окейшки. Вот, собственно. Тихо, спокух, спокух, спокух. Римокс. Ну, как бы неплохо. Так, кристалл искры класса Я-1. А ну-ка. Отлично. Бесплатный четвертый кристалл, час. Давай. Лечилка. Сейчас 31, окей. Допустим. Допустим. Фу, не высаживай меня так. В поисках победы. Создать аккаунт Кабан. У меня есть аккаунт Кабан, только... Получи сейчас. Дрифт. Кристалл самурая. Не, не уверен. А у меня их и нету, походу. 1000 штук. 27 только. Обновление мастера командира в поисках победы. Получить кристалл. Мы уже получили. Кристалл премиум бота. Кришки. Так, что у нас тут еще? Командный центр. В стадии строительства он находится. Постройка штаба Альянса на уровне 5. Мобильный пост на уровне 9. Ну да ладно. Так. Новая миссия. Окей. Что дальше? Вот наша база, собственно. Корабль этот разбитый. Давай продолжим. Так, усилители, обзор. Сайдсвап. Оптимус. Так. Улучшить. Повысить ранг. Базовая искра. Ну.
Окей, сайт свап. Нету пока искр. Владжи. И мне дали одного еще чего-чего. Так, смотреть награду. Открылся акт второй, открылся акт... Ага, закрыт еще. Вот, собственно, путь клинка, а вы кому? Хороший коп, плохой коп. Опа. Изменить отряд. Ну, навряд ли я буду изменять отряд, но глянем на нашего Ринокс, вот. На 20 уровне аж можно. 93 у него. Стой, стой, стой. Улучшить данные. Зверь выпущен. Адский турель, электрический удар. Ну, неплох в целом. Угу. Тоже пока не могу улучшить. Но он слабее. 93 у него. Будет нам как бы не сильно помогать. Ясно. Тихо. Погнали. Погнали, 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 ребят. Вот и выйти, наблюдать смертоносной меткости и любят пускать энергон. Чудно, чудно. Самое главное, что пока все работает. Опасность нашей миссии стремительно возрастает. По всем этим обрушившимся на нас безумие, вероятно, всего стоит продвинутый инопланетянин. Нет на этих технологиях. Баррикейд. Стоять, ты любодей. Чего? Я спустил ты чего? Накрыло безумие, погнали. Так. Опачки. А тут у нас бонус и тут бонус. Сто тридцать, ну давай. Глянем, кто против нас. Мотормастер. И у меня преимущество. Так. И можно улучшить. Усилитель здоровья. Окей, давай. Погнали. Короче, двойное преимущество будет. Шесть классов. Разведчик, техник, крушитель, тактик, задира, воитель. Ну же. Опа, Optimum Autobots. Вперед. Опа. Иди спи. Ха. Получи по щам. Так, суперракета. Зашло. Раз, два, три, хопа. Получи. Хара. Оптимус.
Опс. Давай, давай, специально. Нокаут, мазафака. Круто. Отлично. Отлично. Так, и Оптимуса неплохо так. О, батенька, мне не хватает кристаллов. Просто супер. Iron Hide. Но он тут мне не ровня. Не ровня. Бладжин. Давай бладжином. Весьма-весьма неплохо. Более редкие, но мощные опустошительные атаки ботов-крушителей дают есть классовое преимущество. Iron Hide, прикольно. Раз, два, три. Самурай. Неплохо заходит. Давай, 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 получи, получи. Угу, вот так вот. Опа. Харе. Крутяк. Весьма. Весьма, весьма. Да, зашло, зашло хорошо. Опа. Винт это самое. Слейв. Мы смогли считать информацию по тому встретившемуся у тебя боту десептикон, которому не помешал бы прокрутить развинтившиеся болты, окей. Чё за прол? Прол, похож на Рэтчета. Прол. Телетрон сообщает, что он из параллельной реальности. Прикиньте, его альтформа машина копа. А, баррикейд. Ясно. Баррикейд. Ну-ка глянем-с. Сайдсвайп. Виндблейд. Вообще такая четкая. Четкая тема. Давай. Так непонятно, кто она. Автобот или десептикон. Бронебафы или шок увеличивают свою мощь при повышении ранга. Самолет. Окей. Раз, два, три. Получи. Серьезно. Вот и все. Сайдсвайп. Это сайдсвайп. Победа. Victory. Фишки. Только Оптимус, блин. Ну и здесь пришло время поиграть в хорошего плохого копа. Предупредить, еще один шаг вперед и будем играть в плохого мертвого копа. Окей. Баррикейдушка. И у меня преимущество. Давай. Посмотрим, что ты собой представляешь.
весьма не. Да ну. Получи. Так, лучшая защита — это атака. Тише, тише, дружище. Харе зашло. Здорово. Получается. Тоже как вот нам дали спец. Отлично, можно уровень поднять. Так как и в Mortal есть атака в три деления, в два деления, в одно деление. О, энергончика закинули. Супер. И сейчас мы апгрейд. Сделаем с апгрейд. Зверюга пройдем. Тугодум. Моя иметь мод. Да. Ага. То есть нужно еще иметь мод. Путь клинка. Так, где там мои боты? Найти альянс сюжетный. Так, о, штаб альянса открыт. Марисов, отличный расчет. Эти новые сканеры помогли нам обнаружить других людей на этой планете, с которым мы можем объединиться альянсе. Окей. Запросите свои награды альянса. Один кристалл премиум бота, два зоя, открыться, выйти в миссию. Окей. Ну, допустим. Да любой, в принципе, без разницы. Вступить в альянс. Вот, и нам дают бонус. Тинность казна. Ваш новый альянс позволяет вам действовать сообща в событиях альянса. Это особое задание, активное течение определенного времени. Выполняйте задание вместе с товарищами по альянсу, чтобы получать награды за этап. А ну-ка. Руда 13. Искры, предметы. Окей. Доступные события альянса. Помогите всему альянсу пройти этапы событий, получите награду для себя и товарищей союзников. Скоро. Опять сейчас. Полно рейдов. Ну, допустим. Где наш этот сам? К альянсу.
усилители, статистика, обзор. Так. Можно улучшить. Оп. Оп. Так, подняли оптимусы. Сайдсвап. Киюшки. Здесь еще была Джен. Тут сейчас сразу 225 до 7 уровня. Не кисло так. Оптимуса. Тоже до 7. Отлично. Теперь оптимус опять крутой. И сайдсвап. Тоже улучшим его. Так. К миссиям. Путь клинка. Награда за исследование. Еще больше ботов. Вот можно открыть, но нужно 100 премиум бота. Золотой кристалл можно открыть, который, в принципе, сейчас беспонтово открывать. Нужно этого премиум бота, 100 кристаллов. Ринокс пока не, он мне особо нравится. Пока что мой самурайчик, сайдсвап и оптимус рулят. Ну что ж, продолжим. Фу. Да, мы с вами уже раньше эту карту проходил я. Я просто хочу пройти ее по-другому немножко. Вот кого бы не взял, все дадут люлей. Рэтчету. По Шурику. Ни одного еще десептикона нет. Это у меня эти выпало тот. А, он автобот, походу. Носорог тут. Так, сайдсвап и рэтчет. Оп, получи. Да, зачем? Я ему сбил. Сбил атаку и вынес. Супер. Просто супер. Так. Вот, собственно. Да. Гримлок. Командир, мы разведали местность и обнаружили неисследованные дороги. Частично. Ну. Вот мне сюда и надо. Ринок сотка. Вот сейчас мы ему и накостыляем. Так.
Круто, круто, круто. Бросок вперед, нанесен одной или двух успешных дальних атак, запустит комбо. Бросок вперед после нанесения. Ясно. Вот он какой. Осторожище. Раз, два, три, четыре. Сошло там. Оно-то получилось. Ух ты! Вот так-то. Без проблем. Изи. Изи катка. Супер. Мираж. Классный мираж, но... Сейчас мы его нагнем. Преимущество, как всегда. Бладжен. Оптимус будет против Гримлока. Системы слежения воители дают им классовое преимущество над верткими разведчиками. Окей. Допустим. Четкий этот, четкий танчик. Там много-много есть таких вообще зачетных. Так, Оптимус. Да-да-да. Вот. Все уже однажды проходили. Я спецом не шел. Что? 68 сейчас прайм. Накостыляем. Гримок прикольный тоже. Получают некоторые полуабсолюты новые способности, когда их ранг повышается. Ну да. Это понятно. Сила. Мод гибкости. Оптимус. Ага, на определенной дистанции это делается. Опа! Это было очень изи. Недолго фраер танцевал. Да? Недолго фраер танцевал. Окей. Отлично. Назад. Нам нужно 100 энергона. 100% пройдено. Так, давай апгрейд. А, вот она, где кристаллы. Я жду кристалл за сотку. База, боты. Вот боты. Новый. Избранный бот. А, сотку нужно.
сотку и получим этого модного десептикона. А, я говорю, у меня десептикон. Вот, Бладжин, он десептикон. Прикольный. И это десептикон. А это эти диноботы. Или зверок, какая серия это вот звери. Ясно. Инвентарь. Тут можно прокачать. Бой Альянс. Игрок Альянс открыл трехзвездный Бамблби. Так, это все тоже. Магазин. Бой. Миссия Альянса. Власть логики. Чего? Простая про... Начать. Лидер или офицер выбирает карту и сводит затем начинать миссию. Ну, понятно. Забытые руины. Сложность 11. Земли. Ну. Я не могу участвовать в этом. Да? Ясно. Рейды. Никого нету просто. Так, давай. Еще раз по Шурику пройдем это. Не изменить, а улучшить можно. Наверное, тут нет. Ага, усиление. Так. Тактик. Тихо-тихо-тихо. Я не совсем это хотел сделать. Да нет, 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 не то. Боты. Вот. Улучшить. Так, 225. Супер. Вот наш Ринокс. Давай попробуем. Качнем немного. Изменить отряд. И мы поменяем его на Оптимуса. Заберем, наверное. Нет, Оптимуса как-то печалька забирать. Заберем. Давай. Попробуем еще раз эту катку. Уровень этот. Бронебойные способности боя тактику дают им. Так, 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 так. В принципе, без проблем должны пойти. Оптимус. Гриндор.
Ринок сам попробуем. Даже такой ринок ему наваляет легонько. Близкий шанс критических ударов, бешеная атака, задир дает им классовое преимущество. Быстренько забью. А ну-ка давай. Харе. Неплохо. Стой, 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 стой. Вот и все. Ну вот и все. Я ухожу, да? Так, нормули. Ох, ему сейчас нагнем их. Так. Да-да-да, мы это проходили ранее. Давай, Арси. Сколько тут награда есть? Так, нет. Вот так вот. Бросок вперед после нанесения одной или двух успешных дальних атак запустит комбо. Да. Есть такая штука. Ну. Онобоц. Такая прикольная арси. Опа. И прикольно сейчас. Давай спец прием покажи. Ну. Какие спец прием? Арси. Ладно. Покажешь или нет спец прием? Думаешь, я так не умею? Так, Арси, давай показывай спецприем. Я спецов жду. Я специально хотел поставить ее спецатаку, но так и АИ компьютерный не сильно он соображающий парень. Ну вот и Старскример выгребет сейчас у нас. Вот красная такая Рэтчет. Да-да-да, нашли главврач. Сейчас ты у меня выгребешь, блин. Старскрим. Прикольный. Он вообще-то сильный, по ходу дела, но... Тут нам его... Первого уровня, по ходу, дали. А я какого? Седьмого. Так мы его нагибаем вообще. Вообще. Fight. А бьет он резко. Да, хорош. А ну-ка выпусти. Стоять.
Опа. Оптимус вообще без проблем. Я хотел. Опять энергона. Всего-то. Всего-то. Ну, как бы неплохо. Награды за миссии. Отлично. Неплохо, неплохо. Ну и как так получилось, что я не все равно не на 100% прошел? Ну ладно. Ну да ладно. 62 энергон. Давай этого нашего улучшим. Так, уже 6-й. 7-й. Красава. Вот это уже совсем другое дело. А мне выпал, кстати, этот... максимального уровня должен достичь. У меня есть этот искра, это. У меня она есть. Максимальный уровень 10. Окей. Все 7. Да, Оптимус. Окей, ну что, на этой, как говорится, ноте мы заканчиваем. Все, народ, кому понравилось видео, ставим лайк. С вами был Джордж. И до новых видосов, до новых встреч. Всем пока.